В пятницу в Твери прошел довольно сильный снегопад, что пробудило у некоторых горожан предновогоднее настроение. Впрочем, этот праздник и в самом деле уже не за горами, и многие уже строят планы на новогодние каникулы. Тверичане планируют отдыхать зимой дома или в поездках по России. Такие данные приводит отечественный сервис, который провел опрос трудоустроенных и экономически активных граждан нашего города. При этом все больше тверичан собираются встречать новогодние праздники в своем регионе. Как и где можно отдохнуть в пределах Верхневолжья, узнала наша съемочная группа. 24% жителей Твери собираются взять отпуск зимой, 15% планируют отдыхать дома, 5% – поездки по России и 2% – на даче или за границей. Среди самых популярных направлений внутри страны – Москва, Сочи и озеро Байкал. За границей чаще всего выбор падает на Турцию, Кипр или Объединенные Арабские Эмираты, но цены на зарубежные туры нынче весьма высоки. Зимой все, конечно, хотят в теплые страны. Активно туристы покупают Азию, Турцию, Египет, Африку. В принципе, мы отмечаем каждый сезон, да, повышение на, скажем, 5-10% стоимости тура. Но в этом году цены выросли, может быть, в полтора и в два раза. Новый год – это все-таки домашний праздник, который встречают с близкими и друзьями. В этом году существенно вырос спрос на отдых в родных краях. Куда же без соответствующего колорита – зима, сугробы и, конечно, Дед Мороз. Пока еще не решили. В деревню придется ехать, так что здесь один вариант. В семейном кругу планирую праздновать. Тверичанам и гостям города предлагают множество вариантов отдыха. От празднования Нового года в областном центре до развлечений на природе. Благо, выбрать есть из чего. Например, знаменитая турбаза Верхневолжска. Она ежегодно пользуется спросом у жителей Тверской области и гостей из соседних регионов. Уже сейчас люди начинают активно бронировать корпоративы и свой отдых на каникулах. Провести праздники с размахом можно и в популярных отелях на Селигере, флагманом среди которых является «Палас-отель Селигер». Если вы хотите провести новогодние праздники недалеко от города Твери, то это можно сделать на турбазе Верхневолжская. Она находится в Сосновом Бору на берегу Великой Русской реки Волга. Если вы хотите уединиться с природой, то мы вам рекомендуем посетить Селигер Палас Отель. Если вы планируете посетить Тверь или остаться в областном центре, чтобы отпраздновать новогодние мероприятия, мы рекомендуем вам разместиться в отеле «Панорама». Он расположен в самом высоком здании города, на верхних этажах. Вы можете насладиться видами города, а также увидеть праздничный салют с высоты птичьего полета. Уже сейчас активно бронируют тверичане и рестораны для проведения корпоративных мероприятий, да и встречи с самой новогодней ночи. Например, в бизнес-центре «Тверь» на 22-м этаже в ресторане «Панорама» можно встретить Новый год и повеселиться с коллегами в уютной атмосфере и с превосходным обслуживанием.